Всем геймпас! С вами Рапас, и я продолжаю играть в Ultimate Custom Night. Я сейчас вообще ничего не понял. Откуда у меня может быть 3800 очков, если я прошел на 3600? Погодите, я сейчас ничего не понимаю. Я поставил здесь всех монстров, которые я... Ну, аниматроников, которые я уже ставил. Да, чё... просто я предлагаю сегодня пройти уже не на 3800, а на 4000. Я почитал немножко о аниматрониках, понял, что вот это вот лучше не надо ставить, так как это какая-то ерунда. Также не надо ставить вот этих вот, за ними надо следить по камерам, я не хочу следить по камерам. Так что у меня есть одна идейка, просто поставить сломанного Бонни. Я, конечно, не знаю, но стоит попробовать. Если не получится, то это все, это капец. Потому что придет вот та самая Диди, и все. Просто нам сломает абсолютно все наши планы, которые мы запланировали. Ну, здравствуй снова. В общем, нам должно быть все равно. На нашего батю, вообще, на все должно быть все равно. Сразу же выключаем вентилятор. Я уже вам говорил об этом. Пошло отсюда. Дальше у нас еще тут есть маска, кстати, Эннарда. Сразу же повылазили тут. Я не знаю, ребят, конечно, может все сломать нам это Диди, но если она нам ничего не сломает, это будет просто шикарно. Шикардосик. Потому что я не хочу, чтобы она вылазила. Да, киш. Киш отсюда. Пока что все спокойно. Я сейчас ни шиша не понял. Я теперь понял, я просто не туда поставил. А, ну все, тогда. А это еще думаю, что за ерунда. Ну все, ребят, готовимся к Диди. Потому что, ну все. Все. Я не знаю даже, на кого можно поставить. Предлагаю поставить вот этого Nightmare Freddy. Да блин, ну я серьезно не могу понять. Либо же мне... Я не знаю. Ни слов. Окей, выключаем вентилятор, включаем фонарик. По сути, он же должен тут где-то появляться с какой-то из дверей, этот большой батя. Батя на районе. Просто иного я не понимаю. Вот что самое страшное, это то, что тут находится ресеты на вентиляцию. И все. То есть мне придется все это ресетить, и из-за этого здесь будут появляться всякие недолюди. Точнее, недоаниматроника. О, сразу пошел отсюда. Ушли все отсюда. Да ну блин. Открываем. Одеваем, включаем, убираем. И играем. Ну, я ж все отлично. Да ну что вы все сразу так повылазили? Ну, не пойми откуда. Ты вообще уйди оттуда. Улыбишься мне тут. Так. Сейчас не время. Так, выключаем вентилятор, выключаем вот это. Сейчас только час ночи, вы серьезно? Ну, блин, ну пощадите бедного старика. Уйдите отсюда все. Мне нужно, чтобы сейчас было 2 часа ночи. Уйдите отсюда. Капец. Я не представляю. Каково сейчас персонажу главному тут сидеть? Ну, иди отсюда. О, здорово! Здорово, корова. Так, все, он ушел. Ну, все, в принципе, пока что все хорошо. Ага, да. Уйди. Вентилятор. Вентиляционная система. Да. Блин, маска! Капец. Вот это сейчас было. Жопа взрывательно. Так, все, окей. Сосредоточились. Нам нужно сосредоточиться на цели. Так, давай, уже 3 часа утра. Да блин, 3 часа ночи точнее. Из-за тебя я теперь не могу ничего нормально сделать из-за тебя. О, да. Так, окей, тихо. Ну блин, ну ты серьезно, не сегодня. Не в мою смену. Почему все происходит только в мою смену? Почему у других такого не было? Ну почему? Открываем, ё-моё! Что ты сразу все пооткрывал, позакрывал? Выключаем. Не-не-не, включаем вентилятор. Вентилятор нам очень надо. Это очень нужная вещь. Сейчас только 3 часа ночи. Ну пощадите меня, ну уйди отсюда. Тебя вообще уже ненавижу. Так, уйди отсюда. Все, сосредоточились. Ага, да, сейчас дам вам я пирожки. Уйди. Ага, все. Как тут играть?
Бать, я забыл, как играть. Прикинь, я забыл, как играть. А, я уже привык одевать маску, а тут Чика вылазит. Отлично, прикинь, 4 часа утра уже. О, ты шо совсем? Не надо нам тут такие выкрутасы. Капец. Так, окей, сейчас ресет. А, понятно. А я хотел ресетнуть вентиляцию. Ё-моё! Ё-моё! Капец! Ну шо вы все на меня глазеете? Кто там стоит, а? Да блин, ну капец. Капец. У меня нет слов. Да? Ну докажи, что у меня нет слов. Капец, сразу все повылазили тут. Показывают свои натуры. Да ты вообще уйди отсюда. Вообще это как будто поломанная игрушка. Ну классно, классно. Сейчас вот уйдет Бонни, я ресетную вентиляцию. Пошла отсюда. Капец, я просто, у меня нет слов. Где гарантия, то, что я выживу? Ага, сейчас я тебе дам, буду выглядывать. Так, окей, тут никого нету? Нету. Все, отлично. Ушел отсюда. Никого я здесь не ждал, никого я здесь не буду приветствовать. Ты вообще тут... А! Что? Что такое? Все, я понял. Я ничего больше не буду делать. Включаю вентилятор. Ресетнем. О, здорово, здорово. Да блин. Ну блин, ну ё-моё, ну дайте мне хотя бы уже досидеть до конца. Ну. Ух, капец. Я даже как-то не верю. Фантастика. А когда будет уже не фантастика? Будет там прям бомбы взрывать. 4000 очков. Капец. 3 коина. А дайте мне, пожалуйста, бонус, который убирает эту DD. Ого, прикиньте, сегодня без катсцены. Ого, что-то вы как-то сегодня сами не свои. Не, ну мы сегодня свою цель выполнили, ребят. Так что я даже не знаю, стоит ли затягивать так далеко, но... Ну, в принципе, ребят, могу сказать, что сегодня как-то быстро ролик пролетел. Да. Надеюсь, вам понравилось. Да, это короткий ролик, серьезно. Не забывайте писать комментарии, потому что комментарии попадают в новые видео. Угу, логично, как бы. Ссылка на Discord в описании, да. Ну или в комментариях, иногда. Не всегда, так что ищите в основном в описании. Ну и всем спасибо за просмотр. А отдельный респект тем, кто созрел без перемотки. Ну а с вами был Яропас. И вот эти все, моя семья. Всем аревуар.